Друзья, пусть вообще бомбезненько солнышко сидит. Так, друзья, прикиньте, плюсы, минусы, вот аэропоники и ДВЦ. Методы есть вот выращивания. Часто такой задаваемый вопрос, что лучше, аэро или ДВЦ? Однозначно ДВЦ. Смотрите, сейчас мы отключили свет на 3 часа. Приехали, сказали, что сейчас короче, отключаем. Сейчас температура 43 градуса. Это в тепличке. И вот, в чем же преимущество в ДВЦ? Вода остается в ведрах, никуда она не уходит. И поэтому тем самым у растения есть какой-то водяной запас. А если в аэропонике, в такой жаре, и, допустим, если выращиваем такую тепличку, то однозначно бы они пересохли бы за эти 3 часа и просто бы они погибли. Как-то вот такое делайте. Так что, друзья, выводы. Всем, друзья, классного, хорошего урожая. Пока, до новых встреч. Все гидропонные системки будут на сайте. Ссылочка внизу.